Я не знаю, что у нас происходит. В порту, по-моему, ничего не происходит. То есть к нам не плывет ни один корабль. Не знаю, насколько это нормально. Может, мне надо там какие-нибудь границы открыть, не знаю. Слышь, Фил, у тебя приплыл хоть один корабль? Чувак на лодке? Раз в год. Раз в год? Ну, что-то у меня уже... А, надо обязательно, чтобы все 6 человек работали в порту? Просто у меня там работает один чувак, но чувака в лодке нет. Ну, по-моему, уже больше прошло. Как его можно было? Ну, так сейчас тоже немного народу, сам видишь, их 8, но как бы зарегистрированных пользователей 3. Вот. Ничего, сейчас, короче, доберем до 100 людей и будем летать прямо на стриме, да? Тик-оп, тик-оп. Да, я думаю, так будет приятнее, когда я занимаю хотя бы там 1/6 экрана. Что ж такое? Смотрите, сюда принесли почти все, кроме бревен. А вот может вы бревна не собираете? Давайте вы будете рубить и сажать. Ух. У нас просто новых людей не прибавляется, это очень хреново. То есть, на самом деле, ничего страшного в этом нет, но хорошего тоже. Почему я не могу приручить оленей? Я с удовольствием их приручила. Я не знаю, что это за смайлик, но у меня он высветился как прямоугольничек, точнее, квадратик. Смотрите, у нас скоро созреет полностью поле. Ей! Фига себе. Чё-то как-то дорого получилось у тебя, серьезно. Ну, то есть, вот на мне сейчас висит широкополоска на... за 500, по-моему. Ты опять где-то едешь, что ли? У тебя там свои развлечения. Знаете что, давайте мы на зиму чуть-чуть еще отправим людей порубить деревья, потому что рубить деревья — это здорово. Сильно, модно и молодежно. Вот. Hello, my friend. Nice to see you today with us. Лодка! Что тебе мне делать с лодочником? Убей его. Убить лодочника? Да. Я убью тебя, лодочник. А как мне на него тыкнуть или что мне надо с ним делать? У него есть семена фасоли. Круто. Так. А что я могу отдать ему на... Как я могу с ним расплатиться, если у меня есть 2500? Ну, в смысле, я ему должна 2500. А как его их закинуть туда? Есть идеи? Так. Я могу его придержать у себя неограниченное количество времени? Очень жаль. О, к сожалению, у меня нет его индивидуальных заказов. А, это я могу ему заказать семена фасоли, семена вишни, семена кукурузы, семена персики, семена каштана. Отлично, я хочу выращивать каштанчики. Семена патиссона. Блин, слушай, столько всего интересного, класс. Давайте мы в любом случае закажем картофель, пшеницу, перец, наверное. Да все можно заказать, на самом деле. Семена — это самое полезное, что здесь есть. Так, какая песня. Почему вы ее не послушаете? Покупка. Ему твои предметы не нужны лично. Я менял дорогую еду
цене дофига дешевый. Ну, ты знаешь, я бы с удовольствием на самом деле. Другое дело, что я не особо понимаю, что ему нужно. Ну, в смысле, как вообще все это происходит. Ну, то есть, если мы их сюда... Блин. Я как понимала, у нас просто... Тихо. Подскажи мне, пожалуйста, смотри, вот как нам поставить ему что-нибудь на продажу? Ты, может, знаешь? Чак, килл. Спасай. Да, ты. Именно ты. Спасай. Как мы можем ему что-нибудь заказать? Ну, в смысле, не заказать, заказать, я поняла, как. Господи, мой насморк, он меня сейчас убьет. Прямо сейчас вот возьмет нас, наказаешь, короче, смерть в прямом эфире все дела. Смотри. Вот. У нас есть. У него 17 посол, я хочу их купить. 2500 он с меня хочет. Инвентарь, ты где? Так. Ну вот, тебя кое-что валяется здесь. Где? Ага. Так, торговать. И вот почему-то он... Это типа он не покупает? А это значит, что они ему не нужны, вот оно что. Блин, ну я хочу их. Странно, никогда не думал, что бывают вещи, которые ему нужны. Ну, видимо, да, ему не нужны какие-то вещи. А какие вещи ему нужны? А как, кстати, узнать, какие предметы ему нужны? Я что-то всегда вроде все покупаю. Что-то он, видимо, хочет от меня не то, что я хочу от него. Значит, он не хочет персики, травы и капусту. А что он хочет? Может, он кукурузу хочет или там, не знаю, кожаное пальто? Вот, кожаное пальто ему подходит. Но, правда, оно очень дешевое. Блин, слушайте. Пальто слишком дешевое. Понятно, значит, мы всего закидываем, а там смотрим, что он хочет купить. Так. Железные инструменты, кожаное пальто. Сейчас, видимо, уже все, скажем так, продумано, не то, что как раньше. В общем, я добавлю всего. Ага! Хрен его знает. Может, сейчас тоже рандомно просто, что... Я не знаю, сколько у нас кожи. Я просто боюсь, что мы сейчас, короче, продадим все, и в результате мы останемся на зиму без жрачки и всего остального. Так, лука у нас нет, у нас есть яблоки. Может, он яблоки хочет? Чувак, хочешь яблоки? Ага, он хочет кожу, кожаное пальто, дрова, железные инструменты, железо. Ну, я предлагаю все-таки оставить ему именно железные инструменты. Принести сюда и все кожаные пальто. Вот. Ну, как минимум, они дороже, а мы их сможем сделать, в принципе. У нас уже достаточно, у нас на одного взрослого больше стало. Так, хотя боюсь за инструменты, конечно. Давайте мы пальто и кожу отдадим. У нас есть, по-моему, что-то. Кожи у нас, по идее, даже достаточно много. 100 кож, например, будут стоить 1000. Блин, что-то как-то жесть какая-то. Сейчас, я извиняюсь, я пойду закапываю нос, я вообще дышать не могу. Я уже не просто буду носить, я что-то вообще ужасное. Вроде я немножко теперь могу говорить. Так, ну значит мы продолжаем. Нам нужно еще ему запихнуть помимо 100 кож. Мне нужно запихнуть ему еще и 100 кожаных пальто. Нет, чувак, давай... Блин, ну что-то дорого получается, короче. Я поняла, мы можем...
Может, мы отпустим? Отпустим его? Да, давайте мы его отпустим прямо сейчас, потому что, к сожалению, у нас нет такого количества кош, но теперь мы, по крайней мере, знаем, что он хочет чаще всего, и поэтому мы сможем ему притащить всяких товаров, чтобы в следующий раз все было нормально. Вот. Прости, чувак, я правда хочу с тобой обмениваться, но у меня нет тех ресурсов, которые тебе нужны. Прости меня, умоляю. Давайте быстренько убираем, и я переставляю вас в работников, потому что здесь надо все достроить. Еще надо деревья попилить, кстати. Может, отправить их уже куда-то подальше, чтобы они деревья собирали? Мне просто очень не нравится то, что вы знаете, всю растительность, короче, вокруг дома мы уже убрали. У нас такая долина получается. Это грустно. Ну, какая песня. Шикарно. Продолжаем. Сколько у нас сейчас работников есть, рабочих рук вообще? У нас два рабочих, значит, один повзрослел, школьник. Вот. Можно достать. Да блин. Ладно, мы пока просто подождем. А это значит, нам надо теперь кидать всех на производство всяких кож, пальто и так далее. А это значит, надо еще прокачивать, короче, наших охотников, чтобы они развлекались там. Сколько у тебя там бревен? Бревна. Уже позднее лето у нас тем временем. Что у нас происходит? У них нет дров, ни у кого нет дров. Почему? Кто? Какого хрена вы не работаете, в общем-то? Вот так. Работает, нигеры. Вот, 24. Но это ж мало, это ни на что не хватит. Каменные дома не горят. И здесь, ну, в общем, типа того, что это один из первых запусков, поэтому у нас отключен... Нет, здесь просто отключены катаклизмы, так что, по идее, они загореться не могут. Вот. Но не факт, как обычно. Стоп! Значит, одно поле уже все. Значит, одного фермера удаляем. И ставим на портного, да, потому что, смотрите, у нас куча кожи. Привет, эта игра называется Banished, это что-то типа а-ля Settlers, только здесь абсолютно нет войны. Вот. Здесь нет войны, и вместо этого ты просто мирно развиваешься, но при этом все селение у тебя в конце концов дохнет, потому что у тебя чего-то не хватает, у тебя не хватает каких-то ресурсов, нет развития, там все умирают, ну, короче, много чего здесь происходит. Игра такая немножко медитативная, но мне очень понравилась, тем более мне ее подарил этот... Фантомик, ну, короче, чувак, который на меня смотрит, и поэтому я в ней играю, вот. Но мне очень нравится. Правда, чувствую, что следующий в результате у нас будет это Тропика 4, потому что... Во-первых, почему не? Можно еще вот это поле закрыть, уволить еще одного фермера. Все, ребят, давайте, занимайтесь. Ага, двое переселились сюда, смотрите. Мужчина и женщина 21 и 19, фига себе. О-хо-хо. Вот. Привет! Квасить капусту? Ты предлагаешь мне на стриме начать квасить капусту? Вариант хороший, только у меня капусты нет. А так, знаешь, что с удовольствием? Представляешь, как бы выглядел стрим, короче, когда ты... Ну, я стою такая перед бочкой, знаете, все завязанная такая. Сегодня мы будем квасить капусту. Я так беру эту капусту, там нарезаю, что-то запихиваю, там яблоки, какие-нибудь клюковку туда все запихиваю, прям бомбу заливаю водой. Ух, стрим бы получился огонь. Так что если у кого-то, кто-то живет относительно недалеко от Москвы и может привезти капусты, пожалуйста, можем устроить стрим. Ууу, это же Роб Зомби, это же тот самый... Тот же самый трек, который был в Sledstorm. Да-да-да. Это одна из версий Дракулы, которая мне... Ну, песня.